Сегодня из Петрозаводска отправилась машина с гуманитарным грузом для бойцов СВО. Неравнодушные жители по всей Карелии участвуют в сборе посылок для наших ребят. Чугунные печки, бензиновые генераторы, теплая демисезонная одежда, автозапчасти и комплектующие, закупленные более чем на 1 миллион рублей, а также рации и прицелы. Помимо этого собраны и адресные посылки от семей мобилизованных. Данные адресные посылки были собраны под одну из войсковых частей, и они были сформированы с Приладожа, Ланденпохи, Сартовала, Сегежа, Мингора, Медвежгорский район, город Петрозаводск и, по-моему, еще Пудожский район. Почти 10 тонн груза собрали при прямом участии и содействии главы Карелии Артура Парфенчикова и его заместителя Александра Пшеницына. Это результат сплоченной работы партнеров партии «Единая Россия», благотворительного фонда «Северный духовный путь», МЧС Сартовальского района, а также неравнодушных жителей нашего региона, в том числе ближайших родственников мобилизованных. Личные посылки, несомненно, доходят до своих адресатов. Мы же связываемся с женами, да, с матерями, они все говорят, что да, все доходит ребятам, и адресные посылки, и вся наша гуманитарная помощь. И многие отзываются, что вот ребята из Карелии, что называется, находятся в лучших условиях в плане помощи, всевозможной помощи, чем ну, вот многие остальные. Уже сегодня машина направится к нашим военнослужащим от склада компании «Карелимпекс», которая также внесла большой вклад в формирование груза. Следующая отгрузка планируется на следующей неделе.